пожаловать на футбол. Отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить. Пожаловать на футбол. Отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол. Отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол. Отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол. Отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол. Отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол. Отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол. Отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол. Отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол. Отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. И с мячом он идет вперед. А
и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол – отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол – отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол – отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало. И с мячом он идет вперед. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол – отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол – отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол – отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол – отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать.
и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга. Пожаловать на футбол – отличный день для отличного. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать.